Так, теперь, за что я лысин кояс? Меня обзывали уже. Я хотел сказать, что это тема отдельного разговора. Я не лысин кояс. Я понятия не имею, он занимался злаками. Ну вот поймите, показывают сегодня, я почему, я бы даже не подумал, бы даже эту фразу бы не написал. Сегодня включаю телеканал «Культура», и там показывают кадры старых фильмов. Там тебе и Паша Ангелина, и этот самый, все стахановцы, и все, вот. И, о, говорит диктор, посмотрите, вот же он, Лысенко. А что он делает? Он в середине лета садит картошку. Почему? Потому что якобы все болезни, присущие картошке, а картофель зарабатывает весной. Он исключает весну, где-то в июне-июле садит картошку и показывает, вот так показывает, прекрасный урожай, ну, где-то перед зимой. Ну, естественно, его хвалят, это же было, фильм-то снятый был в этих каких-то 40-50-х годах, понимаете? Я сейчас не говорю, можно ли так садить картошку. Так же, как я проклял этот голландский способ, лапши вешали мне, дурачку, садите в гряды. Так вот, это ладно. Чем я лысин кояс, так это в одном. Такая же наглость. Он-то хотя бы агроном был, но он стал президентом, осхнил. Вот. А я металлург, я не могу стать даже этим. Вот. Мне даже условно не могут агрономом назвать. Вот это хотел сказать. И для этого случая приготовил вот эту фотографию. Ну как вам? А? Никогда не прощу этим пятерым академикам. Никогда. Никто не вступился. Когда мне рот затыкали, микрофон отключая там кнопкой тайной. Никогда не прощу. Я имею право теперь вот на такую позу, вот, на обиду. За свои деньги единственный приехал из сотен.